Hello, friends. Want to make the cheapest boat electric motor? Take the motor from the washing machine. Take the screw from the electric boat motor, fixed on the propeller screw with nut. Novel fix a top-in plastic pipe. On the other side of the pipe we fix a three-plane propeller. Прикрутили вот такой вот болт, затянули гайками с этой стороны и оставили вот такую вот часть. А для чего это? То есть мы на этот вал попробуем надеть пластиковую водопроводную трубу длиной примерно 1 метр. И на ее вот эту вот часть закрепить вот этот винт. То есть у нас получается вот такая вот система. It turned out the motor and screw with a long bar. Лодках. Вот. Вот такую вот попробуем сделать систему и посмотрим, как она будет работать. А теперь самое главное. К данному мотору будем подключать... Let's see how such a screw motor be worked out. На 12 вольт. We will connect three batteries for 12 volts per 24 volts and 36 volts per turn to the motor. Вот такой вот аккумулятор. Итак, друзья, собрали вот такую вот установку. Смотрите. Мотор от стиральной машины автомат прикреплен. The motor was fixed to such an installation, this composite trans twisted the motor to it. Как бы из двух частей, вот смотрите. Ну, скажем, вот так вот, да? Так, чтобы сверху на баллон сзади лодки можно было его устанавливать на баллон, таким образом, чтобы он фиксировался и с этой стороны, и с наружной стороны, с внутренней и с наружной. Теперь, смотрите, друзья, остались родные резиновые демпферы. Вот здесь вот, здесь, здесь и вот здесь. The motor is installed on rubber dampers so that there is no vibration on the shaft. Для того, чтобы можно было регулировать наклон. То есть, вот как видите, винт расположен вот так вот. Убираем. И можем опустить двигатель. Надо вот так вот. Вот, смотрите. Все, двигатель опустили, винт поднялся. Это тогда, когда нужно поднять мотор. Вот таким вот образом. Видите, друзья? Вот так вот, чтобы вам было видно, все попадало в кадр. Вот, если нужно опустить винт, то есть, смотрите, длина штанги больше метра. Вот это расстояние примерно 20 сантиметров. Поэтому 5 сантиметров здесь, поднимая здесь, это опускается винт больше, чем на 20-25 сантиметров. Для того, чтобы погружался. Теперь, друзья, возникает вопрос. Вот эта штанга изгибается, потому что это ПВХ-труба. Так? Но дело в том, что при вращении в воде этот вибрации сильной на валу не будет. Вот, потому что уже, ну, примерные такие приблизительно проводились испытания. Вот, и в воде нет такого. Почему? Потому что винт, он не дает сильно двигаться вправо-влево. Он будет только по направлению движения вращаться. Теперь, самое главное, будем подключать данный мотор от стиралки по очереди к трем аккумуляторам и замерять скорость. Первый аккумулятор 12 вольт литиевый, второй аккумулятор 24 вольта и третий аккумулятор 36 вольт. Включай.
Вот таким образом, друзья, вот так, этот мотор будет с винтом, с данным, трехлопастным работать. It turned out to assemble such a boat electric motor from the washing machine, the following tests will be carried out on the water. В воде этих биений не будет. Все, друзья, следующее испытание, как будет возможность, проведу на воде. Всем пока.